Всем привет, друзья! Только хотел спать ложиться. Как вижу, у Муки. На канале Муки выходит песня Мука и Пирокинезис. Black Heart. Интересно будет, как бы, послушать, да? Прям бегу. Ну, как говорит. Ладно, не будем об этом. Ну, оставьте лайк, коммент в конце видоса. И подпишитесь на канал, пожалуйста. Все ради вас. Погнали. Очень интересно, что они сделают. Очень интересно. Такая обложечка, конечно, тоже классная. Вай-вай, мы дождались. Андрей трек уже в ТГ постит. Я первый, кайф. Новый трек, кайф. Все, погнали слушать, ребят. Погнали. Йоу, всем привет, кто в чате у Муки. Ого. Звонки без ответа, твое холодное сердце запретно, но так безупречно, и я на коленях держу твое черное сердце, что я изувечил. Это так прекрасно, но мне нужно порой. В телефоне книги, психиатры, Господь, и мне некуда бежать, я не играю роль. Хочу тебя желать, пока живой. Но я чувствую, что я живой, когда бухой, когда мешаю фарму с наркотой. Разожги огонь и подари мне ночь, ведь даже не в минус приятнее, чем твоя любовь. Звонки без ответа, твое холодное сердце запретно, но так безупречно, и я на коленях держу твое черное сердце, что я изувечил. Звонки без ответа, твое холодное сердце запретно, но так безупречно, и я на коленях держу твое черное сердце, что я изувечил. Поторопиться, держаться пока ноги. Я маленький, как принц, ты принцесса, как Мононоке. Мононоке, это из аниме. Блин, как это аниме называется, Мононоке? Это принцесса Мононоке, да, точно, аниме. Прикольная отсылка. Пахнешь, как аммиак, а в горле моем комок. Не гасят пока маяк, я шел по нему, как мог. Птица, лети на юг, неси виски до берегов. Моя звездочка, я с тобой, мы созвездие дураков. Мы содействие, мы предел, мы абстракция, интертекст. Мы семейство небесных тел, я реакция, ты рефлекс. Звонки без ответа, твое холодное сердце запретно, но так безупречно, и я на коленях держу твое черное сердце, что я изувечил. Звонки без ответа, твое холодное сердце запретно, но так безупречно, и я на коленях держу твое черное сердце, что я изувечил. Звонки без ответа, твое холодное сердце запретно, но так безупречно, и я на коленях держу твое черное сердце, что я изувечил. Ну шо, ребята, как вам? Как-то большего ждал, но неплохо, хотя попсово звучит. Ну да, такое есть у Муки, да. А у Андрюши в этом, в куплете, очень офигенно здесь звучит Андрюша. Прям, ну, нравится. Ну и у Муки классный здесь припев. То есть он в этом вообще мастер в припевах, да. Такая песня, она такая грустная, да, как бы искалечил твое, типа, сердце, да. Но опять же, как бы энергетика, вайб, да, прям такое, прям под определенное настроение вообще вкатит. То есть очень-очень классный трек. Я поставил бы
8,5 из 10, вот такая оценка, я думаю. То есть, типа, офигенно звучит. Ну, не прям, типа, хит, да, но вот, как бы, но интересно звучит. Но жаль, что Андрюши здесь вообще мало. Я думал, то, что они, как бы, получается, сначала будет Мука, ну, понятное дело, это его песня, Мука будет сначала, да, потом будет Андрюша, ты, да, типа, свой куплет, и потом я думал, то, что они вместе будут еще в этом, в припеве, но такого не оказалось. Хотя интересно было послушать бы, как бы тут Андрей бы звучал в припеве. В общем, как-то так. Оставляем лайки, муки, оставляем комменты, да. Вот, типа, вот этот коммент мы лайкаем. Че вам, ребята, как вам песня понравилась? Спасибо, всем пока. Это офигеть. Мне тоже их жалко. Хороший трек, приятно слушать. Хороший трек, да. В общем, все, ребят, я пойду спать. Оставьте лайк, комментарий, подпишитесь на канал и добавляйтесь в ВКонтакте, друзья. Всем спасибо, чтоб это глянули. Всех люблю. Всем желаю спокойной ночи, сладких снов, чтобы у вас все было хорошо. Пока.